Всем привет, ребят! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. Сейчас я вам в этом видео покажу мировое, получается, задание «Сладкоречивый предатель». Это задание у нас берется вот здесь вот. Вот, видите, где я нахожусь. Это у нас, получается, Ставангар, прошу прощения. Вот. Рядом с Харколом. Вот, она находится у нас вот здесь. Ну что ж, давайте, надо поговорить вот с этим вот. Хотите милости богов? Сюльхи. Или защиты от них? Входи, входи! У Сульки Златоуста есть сокровища из всех 9 миров. Диковины, бесценные артефакты. И все же ты назначил им цену. Все так, о мудрый муж. Но я прошу только малую часть их цены. Вот частицы Иисусова Креста. И кожа змеи, что убила Рагнара Лодбрака. Не впечатляет твой товар. Что это за старый башмак? Им владел первый папа христиан. Или какой-то святой. На нем благословение их бога. Да, держится он лишь божьей милостью. И за это, что ли, вытащили? На нем держался щит героя Сигурда в битве с великим зверем. Ха, мать как-то вышила мне такой же. А что насчет этого шлема? Его носил Хальфдан Черный, когда погиб в бою. Он защищает и приносит урожай. Ты лжешь. Этот шлем был на моем отце Варене в ночь, когда его убили. Эйвор? Да. Ты змей, Сульки. А это вещи из моего старого дома. Сколько Кьотви заплатил за измену? Нисколько. Все не так. Просто обманщик. Я правда был там в ту ночь, но за Кьотви не дрался. Я убежал. Трус. Теперь тебе конец. Нет. Тригинь, пропади. Я не отступлюсь. Встаньте. Так, теперь надо этого сутки, блядь, найти. Сулька не уйдет из города. Так, куда он убежал, эта тварь? Сулька не уйдет из города. Здесь он чувствует себя в безопасности. Так, это все не то.
А, ну да, нам надо сундук, блядь, обыскать. Сначала надо найти сутки, блядь. Покажи мне все. Ой. Так, ладно, сейчас найдем. Ну что, пошли дальше искать. Вопрос, где он, блядь? Я понял. Не, так, пошли обратно туда, куда мы пришли. Нужно быть осторожнее. Ты ответишь за все, что сделал. О, ведь я вернулся обратно. Я понял, к вам дому. Так, мы что-то подобрали, какой-то ключик, да? Вопрос, подойдет сюда? Да, подошел. Да, что-то долго потупил. Ну вот, получается, ребят, вот он, видите, убегает. Мы тут типа деремся. В чем была проблема? То бишь, может, хоть надо уйти в сторону. Ну, там, вглубь города, подождать немного, вернуться обратно на это место. И да, он будет опять вас здесь ждать. А я на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.